Тегеране и других городах Ирана продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся 16 сентября. По неофициальным данным, за это время погибли уже более 130 человек, сотни раненых. Беспорядки вспыхнули в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Она скончалась после задержания полиции нравов. Очевидцы утверждают, что ее избили сотрудники надзирательного патруля, обвинившие Амини в неподобающем ношении хиджаба. Иранская же полиция утверждает, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Протесты вспыхнули во время церемонии похорон в родном городе девушки Секкезе и в административном центре иранского Курдистана городе Сен-Эндедже, а затем уже распространились практически по всей стране. Лозунг «Женщина, жизнь, свобода» стал символом протеста. Многие женщины в ходе демонстрации снимают хиджабы. При этом беспорядки очень быстро перетекли в разряд политических. Среди лозунгов появились призывы к смене режима и пожеланию смерти верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. В основном в протестах участвуют молодежь, студенты. И мы можем говорить о том, что те лозунги, которые выдвигают иранские протестующие граждане, они в основном сосредоточены на пронятии большей свободы. Вот, и ее можно трактовать по-разному. Это и свобода правам женщин, и свобода информационного пространства, и свобода действий, и ряд других аспектов. Сегодняшние народные выступления далеко не первые в стране. Последние 5 лет тяжелая социально-экономическая ситуация способствовала периодическим крупным вспышкам протестов, происходившим приблизительно раз или два в год на фоне множества мелких акций и забастовок. Однако они редко длились столь долго. Властям удавалось достаточно быстро брать ситуацию под контроль. Главным отличием нынешних протестов от прошлых подобных выступлений являются требования участников, которые стремительно радикализируются. Речь уже не только об экономике и осторожных реформах в рамках существующего строя. На первое место выходят требования политических перемен и смены высшего руководства. Ранее идеи о необходимости отказа от исламского строя звучали, но не столь ярко и терялись среди других лозунгов. Нынешние же акции свидетельствуют о наступлении качественного изменения настроения в Иране, о кризисе легитимности режима, который до сего момента был не столь очевиден. Показательно, что, сжигая головные платки и хиджабы, протестующие подчеркивают, что эти действия направлены не против исламских традиций, а против политического режима. Что касается позиции правительства Ирана, то она достаточно жесткая, и власти достаточно активно действуют по подавлению различного рода демонстраций, митингов. И по мнению правительства Ирана, главным виновником данных событий являются страны Запада, и в частности США, которые, так сказать, через информационные ресурсы различным образом смогли спровоцировать вот это недовольство. Напомним, что Иран является одним из важнейших торговых партнеров России. Товарооборот между Россией и Ираном – 4 миллиарда долларов. По информации иранских СМИ, Тегеран в этом году собирается увеличить этот показатель в 10 раз. На фоне очевидной волатильности для России крайне важно сохранить ценовой баланс и долю на азиатском нефтегазовом рынке. Возобновились переговоры об участии Лукойла в двух нефтяных месторождениях Южного Ирана, а также продолжается обсуждение поставок российского газа через Азербайджан для последующего экспорта из иранских портов. Так кому же выгодно эти беспорядки в Иране? Карина Саяхова, Универньюз.